с детства любил конструктор. Из конструктора можно собрать все, что угодно. Хочешь вертолет? Да, пожалуйста. Или, может быть, ты хочешь построить дом? Да, легко. Или какую-нибудь неведомую зверюшку. Ну, если постараться, то тоже можно сделать. А как ты думаешь, что в конструкторе самое главное? В конструкторе самая главная деталь. Благодаря этим крошкам ты можешь сделать все, что угодно. Если у тебя достаточно деталей и хорошая сноровка, ты можешь создавать целые миры. Но, конечно, не из этого. А вот на компьютере это можно сделать легко. Хочешь узнать как? Итак. И всем привет! Меня зовут Александр, и я уже 3 года помогаю детям создавать игры на Роблоксе. Ребят, Роблокс это круто! Роблокс это интересно! А что может быть круче и интереснее, чем играть в Роблокс? Конечно же, создавать игры на Роблоксе. И это наше 3-е базовое видео по созданию игр, в котором я тебя научу создавать детали и модели для своей будущей игры. Чтобы у тебя собрался целый пакет этих деталей, из которых ты, как из конструктора, будешь создавать свою собственную игру. Поехали! Так, как же сделать создание нашей игры гораздо легче? Нужно просто заранее создать все детальки, которые ты будешь использовать при создании игры. Давайте вспомним, какую игру мы должны были создать. Мы должны были создать игру про подводный мир и про путешествие нашего игрока, который застрял на необитаемом острове. И теперь в подводном мире ищет все необходимые ингредиенты. Для этого уровня нам нужны были лодка и какие-то детали для необитаемого острова. Я решил, что подходящей моделькой здесь будет пальма. И сегодня мы с вами эти модельки попробуем создать самостоятельно. Обратите внимание, что модельки мы будем создавать полностью вручную, без использования каких-либо дополнительных программ. Только то, что предоставляет нам Roblox, и какие-то, может быть, дополнительные плагины будем здесь использовать. Сразу скажу, что обычно для игр используют какие-то сторонние дополнительные программы наподобие блендера, который позволяет создать любые 3D модельки. Но чтобы все точно могли повторить то, что я сейчас делаю на экране, я буду пользоваться только теми инструментами, которые предоставляет нам Roblox Studio. Итак, погнали! Давайте сначала создадим пальму. Чтобы создать пальму, я обычно беру вначале и создаю человечка, по которому мы будем ориентироваться, чтобы не сделать пальму слишком большой или слишком маленькой. Чтобы создать человечка, вам нужно зайти вот сюда, на вкладку «Аватар», далее нажать «Rig Builder» и в появившемся окошке выбрать какую-либо фигурку. Я предлагаю брать «My Avatar». Кстати, недавно эта фишка появилась в Roblox, буквально на последних обновлениях, и теперь можно добавлять свой аватар без каких-либо дополнительных плагинов. Просто нажимаете Rig Builder, My Avatar, и появляется ваш аватар в Roblox. Правда, с прической тут какая-то беда. Но я думаю, что это сильно не помешает. Для того, чтобы создать пальму, вам понадобится создать блок с формой цилиндр. Возвращаемся на вкладку Home, нажимаем кнопочку Part. С помощью инструмента Rotate переворачиваем ее. И давайте сразу изменим кое-какие настройки. Зайдите на вкладку Model и найдите раздел Snap to Grid. В разделе Snap to Grid есть два свойства – Rotate и Move. Это свойства шага вашей детальки. Здесь очень удобно будет поставить 45 в свойстве Rotate, а Move мы так и оставим на 0.1, то есть 1/10 статса. Статса – это такая единица измерения длины в Roblox. Так, повернем наш цилиндр. И давайте подумаем, как же должна выглядеть пальма. Здесь можно обратиться к референсам. Если не помнишь, что такое референсы, обязательно посмотри первое видео из этого цикла про дизайн-документ. И мы вспоминаем, что пальма имеет изогнутый ствол. Как же нам такое сделать? С помощью обычного инструмента Rotate это будет сделать довольно сложно. Но есть выход.
Есть очень удобный инструмент для строительства моделей, да и в принципе для строительства каких-то деталей в Roblox Studio. Это инструмент под названием Archimed. Archimed — это такой плагин, который позволяет вам создавать копии деталей под выбранным углом. Сейчас покажу, что я имею в виду. Чтобы загрузить к себе плагин Archimed, вы должны зайти в Toolbox. Возле строчки поиска есть тип объектов, которые вы ищете. Их можно здесь выбрать. Вот вместо Models выбираем вкладку Plugins. И в поиске теперь вбиваем Archimed. Пишется через CH. Вам нужна программка с вот таким значком циркуля. Нажимаем на значок циркуля. И снизу нажимаем синенькую кнопочку Install It. Где же появляется наш плагин? Плагин появляется в специальной вкладке, которая так и называется Plugins. У меня здесь плагинов довольно большое количество, но среди них вы, думаю, сразу найдете наш плагин Archimed. Первую секцию моего ствола сделаю чуть-чуть потолще и, наверное, чуточку пониже. Дальше захожу на Plugins, выбираю Archimed. И посмотрите, у меня появляется вот такое окошко. Что же делает этот плагин? Этот плагин может создать нам окружность из выбранной детали. Окружность он создает с помощью кнопочки Render All, то есть полностью создать окружность, сгенерировать ее. И смотрите, если нажму на Render All, то получится, что у меня создаться вот такой круг из деталек. Этот круг мне, конечно же, не нужен, поэтому я отменю действие, нажму на Ctrl-Z. Мне нужно создать по одной детальке. Выбираю блок. Сверху можно выбрать направление, в какую именно сторону у нас будут появляться копии наших деталей. Допустим, можно выбрать Y. Получится вот такая окружность. Опять отменяю, нажимаю Ctrl-Z. Показываю вам просто для примера. Нам здесь в этом случае понадобится направление X. Градус выставьте такой же, как у меня. Где-то градуса 4, чтобы он создавал чуть-чуть изогнутую линию. Но не нажимайте Render All. Нажмите просто Render. Тогда он создаст одну копию. Подходим немножко поближе. И созданную копию нам нужно чуть-чуть уменьшить. Буквально немножко. Потому что ствол становится более тонким к концу. Так, посмотрели, как выглядит. Замечательно. Еще раз нажали Render. Следующую тоже чуть-чуть уменьшим. Закрываем Archimed. Он нам пока не пригодится. И видим, что у нас получился такой изогнутый ствол. Выделяем все эти детальки. Они у нас уже нужного цвета. Осталось только придать им более интересный материал. Более похожий на кору дерева. Заходим на вкладку Home. Выбираем Material Manager. И подбираем какой-нибудь подходящий материал. Мне, допустим, очень нравится вот такой материал. Называется Salt. Он создает такую текстуру, которая в сочетании с коричневым цветом очень напоминает кору дерева. И теперь нам эти несколько цилиндров нужно объединить в одну деталь. И вот здесь я вас познакомлю с еще одним инструментом, но это уже не дополнительная программа, это встроенный в Roblox Studio инструмент. Заходим на вкладку Model и ищем раздел Solid Modeling. В разделе Solid Modeling мы можем объединять детали, прям склеивать их между собой. Но обратите внимание, они не ведут себя как модель. Они не собирают одну модельку из нескольких деталей. Они именно склеивают все детали, как будто бы сваривая их между собой. Выделим все детальки. Заходим в раздел Solid Modeling и нажимаем на кнопочку Union. Именно она отвечает за объединение всех деталей в одну целую. Видите, даже в окошке Explorer вместо нескольких деталей у нас появилась одна. И теперь она называется не Part, а Union. Кстати, эту детальку мы можем обратно разобрать, нажав на Separate. Оп, и снова видите несколько деталей. Итак, ствол пальмы у нас готов. Далее нам нужно создать листву. И здесь немножко придется повозиться. Создаем детальку шарика. Красим ее в зеленый цвет. Чуть-чуть ее увеличиваем, чтобы по длине она походила на лист для пальмы. Как бы мы ни старались ее увеличить или уменьшить, то шарик у нас никак не будет растягиваться. Он будет именно увеличиваться во все стороны. Но если мы выделим шарик, нажмем на кнопочку Union, то инструмент Scale на эту детальку будет действовать немножко по-другому. А именно, он ее будет плющить и растягивать. И вот таким уже образом мы сможем сделать что-то похожее на лист пальмы. Но
Все-таки это слабо похоже на лист пальмы, поэтому мы применим еще одну маленькую хитрость. Мы сейчас вырежем часть этой детальки с помощью инструмента Negate и с помощью уже знакомого нам инструмента Union. Для этого я создаю еще один шарик. Для удобства перекрашиваю его в другой цвет, отличающийся от цвета нашей листвы, допустим, в синий. Увеличиваю этот шарик таким образом, чтобы он создавал нужный нам изгиб. Этот шарик я тоже превращаю в Union, чтобы его можно было растянуть. И растягиваем его таким образом, чтобы на месте синего шарика мы могли сделать вырез. Делаем с помощью синего шарика так, чтобы та часть, которую он не перекрывает, была похожа на листик пальмы. Так, ну вроде бы с этим я справился. Чуть-чуть похоже, как раз таки у основания более толстый лист получается и ближе к концу немножко утончается. Теперь нам нужно вот эту детальку нижнюю, синенькую, выделить и в разделе Solid Modeling нажать на инструмент Negate. Он делает детальку негативной. Видите, она становится полупрозрачной. И далее чуть-чуть подлетаем повыше, выделяем обе этих детали и нажимаем на Union. И смотрите, что же у нас получается. Вместо синенькой детали у нас получилась пустота. То есть, грубо говоря, все, что было на синей области, вырезалось. Но есть маленькая проблемка. У нас внизу теперь листик синий. А нам нужно, чтобы он оставался зеленым. Как это исправить? Заходим в окошко Properties и ищем раздел Data. В разделе Data самое-самое последнее свойство Use Part Color. Нажимаем там на галочку. И все, эта проблема исправляется, и теперь мы можем в любой цвет перекрасить нашу детальку с названием Union. Если галочку Use Part Color отключить, мы ее перекрашивать не сможем. Смотрите, я пытаюсь ее перекрасить, но она какого была цвета, такого и осталось. Если же мы включаем Use Part Color, то она уже перекрашивается. Возвращаю ей зеленый цвет. И тоже подберем какой-нибудь более интересный материал. Мне на самом деле здесь очень нравится, как смотрится материал Marble. И смотрите, он создает такую текстуру, которая немножко отдаленно похожа на текстуру листа. Такие как будто бы прожилки более светлые создаются. Закрываем Material Manager после того, как поменяем материал. Все, один листик у нас есть. Теперь из этого нужно сделать пальмовую веточку. Чтобы сделать пальмовую ветку, мы также воспользуемся инструментом, нашим замечательным плагином Архимед. Выбираем направление, в котором будет создаваться копия. И здесь смотрите, какая возникает проблема у меня. Здесь у меня копия создается не под тем углом. Это очень легко исправить, если вы уберете галочку со свойства Flip Axis. Оп, угол сразу меняется. Ну и сам угол давайте сделаем немножко побольше. Допустим, где-то 24. Но тогда они немножко перекрещиваются. И это на самом деле ничего страшного. Просто создайте парочку копий. Закройте Архимед. Возьмите инструмент Move. И подвиньте все детальки таким образом, чтобы они были похожи на веер. Где-то можно воспользоваться инструментом Rotate, чуть подкрутить детальку. И здесь я вам советую вместо 45 поставить все-таки единичку, потому что здесь уже нам нужен более плавный поворот. Так, уже что-то похожее вырисовывается. Теперь нужно немножко поменять им градус, потому что в реальной жизни у нас нету веток, на которых листики все будут смотреть в одну точку с одним градусом, поэтому здесь немножко регулируем, какую-то веточку повыше, какую-то веточку наоборот чуть пониже. Для этого используйте инструменты Rotate и Move. Где-то можете взять Scale, сделать веточку чуть-чуть длиннее. И главное запомните, чем ровнее, тем хуже. Нужно наоборот создать неровности. Собрали веточку, если да, то выделяем ее и также нажимаем на Union, чтобы эта веточка объединилась в одну детальку. Это, кстати, снижает нагрузку на ваш компьютер. Ставим ее поближе к столу и понимаем, что она очень огромная. Ничего страшного, ее можно будет уменьшить. Чтобы она уменьшилась, не теряя пропорции, вам нужно зажать клавишу Shift на клавиатуре
устанавливаем детальку на конце ствола, создаем ее копию через Ctrl-D, либо кнопочки Duplicate. Кнопочка Duplicate находится на вкладке Home, слева от четырех основных инструментов для манипуляций. Вот она, кнопочка Duplicate. Нажали, взяли инструмент Rotate, повернули, взяли инструмент Move, подвинули. Где-то располагаете чуть пониже, где-то чуть повыше. Иногда можно чуточку уменьшать, чтобы создать разнообразие между копиями этих деталей. Теперь все детальки, которые находятся сверху, кроме ствола, вам нужно выделить. Чтобы выделить все детальки по отдельности, зажмите клавишу Ctrl на клавиатуре и кликайте по деталькам, не отпуская при этом клавишу Ctrl. Таким образом, мне выделились только верхние детали, именно детальки листиков. Их мы тоже продублируем. Поднимем чуть-чуть повыше. Повернем. На произвольный угол. И немножко уменьшим. Ну, вроде бы смотрится неплохо и даже довольно естественно. Давайте теперь выделим все эти детали. И ствол, и листики. Обязательно закрепим это, чтобы это не развалилось, ничего, чтобы не попадало. Нажимаем на Anchor. И объединим все эти детальки в одну целую модель. Для этого заходим на вкладку Model или вкладку Home. И справа от инструмента Color у вас находится инструмент Group, который группирует несколько деталей в одну модель. Не путаем с Union, который мы изучили совсем недавно. Все, теперь это у нас моделька. И назовем ее. Далее, чтобы эту модельку вы могли перенести в любой ваш мир, вы можете ее сохранить в тулбоксе. Для этого вам нужно кликнуть в окошке Explorer на модельку правой кнопкой мыши. Нажимаем. В появившемся меню выбираем Save to Roblox. Здесь можете дать название для вашей модельки, дать ей краткое описание. И чтобы другие игроки могли пользоваться этой моделькой, нажмите вот эти зеленые ползунки. Нажали и нажимаем Submit. У меня такая моделька есть, но я все-таки, наверное, сохраню еще одну. Больно она мне понравилась. И теперь эта моделька сохранена в тулбоксе. Как ее в тулбоксе найти? Можно, конечно, попытаться найти по названию, но есть способ гораздо проще. Открываем тулбокс и сверху, в верхней панельке этого окошка, выбираем значок лампочки. И здесь будет созданная вами моделька. Теперь вы можете зайти абсолютно на любую карту в Roblox Studio и воспользоваться своей новой моделькой. Ну а мы немножечко здесь поиграемся с этой пальмой. Я создам еще одну копию, ее уже увеличу в размерах. Итак, пальмочки готовы, давайте дальше создадим лодку. Лодка создается намного проще, чем пальма, но нам сегодня нужно сделать целую лодку и сломанную лодку. А вот сломанная лодка создается уже чуть-чуть сложнее, там тоже немножко придется заморочиться. Смотрите, чтобы создать лодку, вам опять нужно создать шарик. Сразу давайте перекрасим его, лодка у нас тоже будет какого-то ближе к коричневому цвету. Давайте даже возьмем вот такой, более темный. Сразу же превратим эту детальку в Union, нажмем кнопочку Union, берем Scale и превращаем этот шарик вот в такой эллипс. Давайте сразу материал тоже создадим. Здесь очень хорошо подойдет материал Wood Planks, деревянные доски. Пока что может показаться, что выглядит как-то не очень, но в целом из этого у нас получится лодка. Далее нам нужно сделать так, чтобы у нас была прямая корма у нашей лодки. Сейчас мы отрежем кусочек от этого эллипса. Делается это опять же с помощью инструментов из раздела Solid Modeling. Нам понадобится инструмент Negate и нам понадобится инструмент Union. Создаем блок. Давайте для удобства его тоже перекрасим в тот же самый синий цвет. Блок
этот размещаем? Вот здесь. Делаем его негативным. Нажимаем на negate. Выделяем оба блока, лодку и негативный блок, и нажимаем на union. Все, кусочек обрезали. То, что пока что синий, ничего страшного. Потом use part color поменяем на галочку. Создаем еще один part. И теперь обрезаем верхнюю часть. Также делаем ее негативной. Выделяем сразу два блока и нажимаем Union. Все, верхняя часть у нас тоже обрезалась. Давайте нажмем Use Part Color. Сделаем ее обычного цвета. И теперь вам нужно создать дубликат этой же лодки. Сейчас объясню для чего. Нажимаем вкладку Home, выбираем Duplicate. И видим, что появился еще один Union. Далее вы этот Union немножко уменьшаете. Чуть-чуть сзади, чуть-чуть спереди, чуть-чуть по бокам. Старайтесь максимально равномерно это сделать. И чуть-чуть снизу. А сверху, наоборот, чуть-чуть увеличиваете. И для удобства также перекрасим его в синий цвет. Я думаю, вы уже догадались, как мы сделаем в лодке углубление. Так, посмотрели, чтобы со всех сторон было все хорошо. Делаем синенькую деталь негативной. Выделяем обе детали и нажимаем на Union. Все, еще раз нажимаем на Use Part Color. И вуаля, у нас готова лодка. Немножко можно ее вытянуть. Опять же, поднесите поближе модельку вашего человечка, чтобы не ошибиться с размерами лодки. В принципе, для одного человека такая лодка будет очень даже хорошо смотреться. Готово. Целая лодка есть. Давайте также сделаем это моделькой. Home. Group. И назовем Bot. Убираем ее в сторонку, но мне нужна ее копия. Даже две. И чтобы было поудобнее работать с копиями, давайте копии разгруппируем. Там же, где у нас был инструмент Group, есть инструмент Ungroup. Нужно нажать на маленькую стрелочку возле Group, выбираем ее и выбираем Ungroup. Таким образом, наши две модельки разгруппировываются, и теперь они снова обычные юнионы. Сейчас объясню, для чего нам нужно две лодки. Сейчас мы от первой лодки отрежем заднюю часть, от второй лодки отрежем переднюю часть. И получится у нас такая сломанная лодка. Потом эти две половинки мы объединим уже в одну модель и между ними поставим еще какие-либо детальки, чтобы создавалась иллюзия такой поломанной лодки, которую нужно будет починить. Но обрезать мы ее будем не ровненько, а в довольно произвольной форме. Поэтому я сейчас создаю блок. Он у меня уже синего цвета. Создаю его копию через Ctrl-D. Ctrl-D — это горячая клавиша, которая позволяет дублировать предмет. Делаем какую-нибудь вот такую угловатую неровную форму. Выделяем все эти три блока и нажимаем на Union. Объединяем все эти три блока. Чуточку их поворачиваем. И потом заводим на первую лодку. Делайте так, чтобы у вас вне синей детальки осталась только носовая часть лодки. Все остальное должно быть внутри синей детальки. Делаем синюю детальку негативной. Выделяем ее и нашу лодочку, так, чтобы они выделились одновременно. Проверьте, чтобы ничего лишнего не зацепили. И нажимаем на Union. Все, видите, от лодки осталась только сломанная часть передняя. И примерно то же самое проделываем со второй лодкой, только уже оставляем заднюю часть.
Итак, теперь у нас есть две части. Сломанная передняя часть и сломанная задняя часть. Ставим их друг к другу поближе. Можно как-нибудь их покрутить, чтобы смотрелось все так пореалистичнее. И между ними можно создать несколько деталей такого же материала и цвета. Создаваемые детальки постарайтесь раскидать максимально беспорядочно. Произвольно их вращайте, крутите в разные стороны, создавайте копии, где-то там побольше детальку сделайте, где-то поменьше. После того, как создали детальки, которые будут служить нам такой иллюзией сломанности нашей лодки, выделяем все эти части и закрепляем их с помощью инструмента Anchor, чтобы они у нас никуда не двигались. И все эти выделенные детали группируем. Возвращаемся на вкладку Home, нажимаем на Group. Ну и как-нибудь это называем. Допустим, Trash Bot. Ну что ж, теперь ты научился немного моделировать на Роблоксе. Теперь ты знаешь, как создавать свои собственные модельки и из них уже строить игру. Советую тебе больше практиковаться. Практика всегда поможет тебе создавать миры еще более лучше, еще круче. Ну и, конечно же, набираться опыта. Для создания более крутых моделей можно использовать сторонние программы наподобие Blender, которые создадут вам детальки гораздо круче и гораздо интереснее, но то, что мы сегодня сделали, может сделать абсолютно каждый, у кого есть Roblox Studio. И вот такого результата можно добиться, просто зная основные инструменты Roblox. И сегодня ты еще на один шаг ближе к созданию своей собственной игры. И там это. Заходи в комментарии. Мы недавно писали видео про то, как создавать план игры, что такое механики. Очень жду твоих комментариев. Ну и, конечно, по традиции, пиши, если у тебя получается или нет. Но я с вами не прощаюсь. Пока.